Всем привет, с вами Лена и Центр Advance. В этом видео я покажу вам пошагово, каким образом можно освоить пальчиковую гимнастику и внедрить ее в практику. Первым делом нужно разогреть чайник, а после этого разогреть руки, потому что от этого будет зависеть гибкость ваших пальцев. Трем так, словно пытаемся добыть огонь. Видела в одном фильме, как персонаж добывал огонь, и у него получилось. Захотелось самой попробовать. Может, в следующий раз с палочкой меня посадим. Дальше разминаем большой палец. Наша задача сделать так, чтобы пальцы были теплыми. От этого будет зависеть их гибкость. Ну и последний шаг – это мочки ушей. Массируем снизу вверх. Ходят легенды, что если массировать сверху вниз, то вы заснете. А снизу вверх – наоборот, взбодритесь. Так, хорошо, кровь пошла. Ребят, кровь пошла, несите. Это была шутка. Мы подготовились, теперь можем приступать к выполнению самой пальчиковой гимнастики. Начнем с простого упражнения. Например, ну давайте камень-утка. Это камень, это утка. Меняем местами. Что важно помнить, выполняя это упражнение? Во-первых, ваши локти не должны ходить туда-сюда. То есть такого движения не должно быть. Это уже больше похоже на какой-то танец национальный. Ой, зачем я так делаю? То есть ваши локти должны быть устремлены к земле. Должны быть очень четкие, синхронные движения. Следующее упражнение, на котором мы потренируемся выполнять пальчиковую гимнастику, пистолет-антипистолет. Это пистолет. Сзади пальцы можно придерживать руками. Пальцами, конечно же, не руками. Та же самая история с антипистолетом. Не страшно, если пальцы у вас не будут стоять ровно. Наша задача не в этом стоит, на самом деле, заключается. Итак, меняем местами. Меняем местами. При выполнении этого упражнения можно почувствовать напряжение. Вот я немножечко чувствую, хотя саму пальчиковую гимнастику делаю уже, ну, достаточно, почти 8 лет. И то, напряжение есть. Значит, что мы делаем в этом случае? Встряхиваем кисти рук. Снимаем напряжение и возвращаемся к упражнениям. И здесь еще важно делать не быстро, но правильно, потому что нет смысла делать быстро, если вы все время ошибаетесь. Наверное, у вас возник вопрос, а зачем мы вообще это делаем? Как-то не очень понятно. Понятно, когда разбиваешь сковородку яйцо, особенно если оно горячее, а тут что-то, какие-то странные манипуляции с пальцами. Зачем это нужно? Вообще, пальчиковая гимнастика позволяет подготовить наш мозг к интеллектуальной деятельности. Например, вам предстоит принять какое-то важное решение, или вы хотите что-то почитать, умное, конечно же, что-то запомнить, или готовитесь к контрольной работе или к экзамену. То есть вы знаете, что в ближайшее время вам потребуется голова. Второй момент, какой эффект дает пальчиковая гимнастика, она позволяет синхронизировать нам работу левого и правого полушария. Ну, понятное дело, что они плюс-минус синхронизированы, но после пальчиковой гимнастики голова будет работать еще лучше, еще быстрее. И это очень сильно выручает, например, когда вы пользуетесь мнемотехникой или составляете майнд-карты для того, чтобы как-то обработать или запомнить информацию. Люди, у кого хорошо развита мелкая моторика, имеют хорошо развитую, мелкую речь, нет, на самом деле, обычную речь. Например, у меня достаточно высокая скорость речи, не буду сейчас вам ее демонстрировать, но Крунхьяб Маханакона, Монар Танакасин Махинтера Ютхай Махадилок Попна Паратра Читани Бурирома Добра Ченевет Махасатана Монпима Монтан Сатит Сакатхати Вицинукам Просит. Фью. Только что вы услышали полное название столицы Таиланда, которое внесено в книгу рекордов Гиннесса. Конечно же, прочитать с такой скоростью, мне кажется, невозможно, а вот произнести что-то запомненное, что-то, что уже хранится в памяти, вполне реально. Давайте с вами выполним и запомним еще одно упражнение, которое вы сможете внедрить в практику. Называется вилка-розетка. Меняем положение пальцев местами. Угу. Сзади также можно пальцы придерживать. И еще несколько хитростей. Прекрасно вас понимаю, если вы только впервые столкнулись с пальчиковой гимнастикой, не понимаете, каким образом вообще можно такие манипуляции с пальцами совершать, то есть, скорее всего, они вас не слушаются. Это нормально. Я сама через это прошла, и было больно, было неприятно, слезы наворачивались на глаза, но я продолжала выполнять пальчиковую гимнастику. Итак, первый лайфхак. Для того, чтобы поставить моторный навык, сначала тренируем его на нерабочей руке, так как я правша, я тренирую на левой.
сейчас немного страшно показать неприличный жест. Как только начнет получаться, мы можем потренировать то же самое на рабочей руке. Она, в принципе, привыкла к физическим нагрузкам, поэтому очень быстро вы сможете поставить нужный навык. Следующий шаг, следующий лайфхак для того, чтобы научиться быстрее выполнять упражнения пальчиковой гимнастики. Ставим пальцы кисти рук в исходную позицию, представляем, как совершаем движение, и только после этого уже выполняем это движение. Итак, представили, поменяли, представили, поменяли, представили, поменяли. Ну и давайте еще одно мега-супер-пушка-бомба упражнение. Заяц за рог. Вы уже догадались, что будет дальше. Меняем положение пальцев местами. Вообще, чтобы проще было наблюдать за кистями своих рук, лучше их расположить в поле зрения. К сожалению, мне сказали, на лицо руки не наводить. Вроде получается. Отлично. Ну что ж, спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и сделайте колокольчику несколько упражнений пальчиковой гимнастики. Пишите в комментариях, какое из них вам больше всего понравилось, а может быть у вас есть свое любимое, поэтому однозначно пишите об этом нам. С вами была Лена и команда Центра Advance. До встречи на обучении!